Давайте мы проведем жеребьевку предстоящего турнира. Играть мы будем в круг, так как шестой команды так к нам и не присоединилась. Здесь вы видите информацию, касающуюся таблицы, кто как играет, то есть первая игра, вторая, третья там, и так далее. Мы сейчас проведем жеребьевку и выстроим команды немного по-другому, да, так как нам сейчас выдаст генератор случайных чисел. Соответственно, вы поймете, кто как с кем играть будет. Здесь же также приведена информация, примерное время начала ваших игр. То есть это игры, это минута примерная на сыгрывание двух партий до двух побед. И это время с учетом разминки в 10 минут. Начнем, собственно говоря. Открываем. Первая команда будет у нас номером 5. Пятый. Вторая команда будет первой. Третья команда будет четвертой. Четвертая команда будет второй. И, соответственно, пятая будет третьей. Ну и расставим их, исходя из генерации. Ну и, собственно говоря, первой у нас играет команда Курасуна против команды Хорошкинс. И, собственно говоря, смотрите данную табличку, я сейчас ее выложу на сайте. Всем удачи!